Короче говоря, труба, YouTube, я записываю это на стриме, все дело. Ну, а вы видите, соответственно, запись нормально, адекватно. То есть люди видят меня с веб-камерой, с чатом вы видите, как обычно, то есть и так далее, и тому подобное. У меня тут дофига плагинов и прочего стоит. Так что записывается это только из-за того, что присутствовал в ППЗ. А, и вот Макскур будет проводником в этом деле. Присутствовал в ППЗ. Кофе его предупредила. Офис. Давайте повсюду будем ходить. Не свести денег не будет. Ну, у меня закончится, у кого-то же... у кого-то же не тоже должны будут кончаться, то есть, как бы... О, боже мой, камера. Эми, давай поговорим. Hi. Hi. Здравствуйте, Эмили. Может, вы покажете мне участок, пока не началось собрание? Простите, агент Йорк, я занята. Попросите Томаса. Не думаю, что это хорошая мысль. Почему? В чем дело? Он потерял ключ от картотеки. И попросил меня оглядеться в участке, пока он его не найдет. Что ж, надеюсь, это не займет много времени. Деньги за инфу. Хераси. Почему здесь все в ярдах? Хочу в километрах. Да, он говорит с напитком, чернокнижник. Он говорит с напитком. Он говорит с кофе. Кофе это как бы жидкость. Жидкость. О, номер 4, Джордж. Джордж, do you work out every day? Of course, Agent Morgan. Exercise keeps me healthy. I haven't missed a day since I started in high school. Now that's impressive. Remind me to get more exercise, Zach. But I can't do my full routine today without Arnold. Я не хочу знать, кто такой Арнольд. Yesterday. Арнольд. Мы такой мультик Эй, Арнольд. Training buddy of mine. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, Sylvester, let me know, will you? Can't finish my workout menu without him. Арнольд, спасибо, что Сильвестр Сталлоне, что ли? I'll keep an eye out for him. Номер 0. Пропавший Арнольд. Начало. А, это дела, что ли? Пропавший Арнольд, глава 2, полицейский участок. Сколько здесь... 50... Сколько глав? 26! А, 26 глав. Фух, я подумал эпизодов, боже мой. Наш Кит Ингрим, Лили Ингрим. Гарри Стюарт, Марк... А, окей. Ёпт! Арнольд и Сильвестр. Ладно, мы найдем. Зак, look at this. Oh, now this is something special. It's the epitome of the old Frontier Sheriff's office. It's perfect. A stuffed deer's head on the wall. A flag, a hunting rifle. A hunting rifle. Amazing. You'd never see a hunting rifle on the wall of a police department in the city. It's just amazing. Wonder if the sheriff would ever... Я ничего не подтягивал, я забыл. Точнее, не забыл, я просто решил игру запустить и поиграть хотя бы без этого дела. Так что пока мы играем с вами на самых низких настройках, которые предлагает Deadly Premonition Fix. Так, подождите, а как мне посмотреть список дел? Все в паузе, да? Предметы, карта. Во. Где-то в участке Джордж потерял своего любимого Арнольда. Без него он не сможет тренироваться. Найдите его, верните назад. Помогите шерифу. А, пишите поменьше, пожалуйста. Совсем пишите, пишите более кратко. Научитесь, вот. Вы Твиттером не пользуетесь, что ли? 50 дел. Ну, я, естественно, все не буду выполнять. Это, наверное, в принципе, нереально. Может, ты что-нибудь скажешь? Hi. Причем нельзя выносить из здания, все понятно. На часть из них меньше 5 минут уходит. У меня есть ар... What? У меня он есть?
вспышка. Кофе с молоком, леденец, сигареты. Пять. А, вот мастер-ключ. А, нет, это... Нет, я ничего не нашел. Простите. Надо было нажать, наверное, кнопочку, чтобы вы не слышали этого. Проверим погоду. Хорошая погода с утра, но облачно вечером, но хоть без дождя. Вот мне скажите, а зачем питаться, зачем тут есть? Это как-то повлияет на здоровье или что? То есть я как бы должен жить жизнью оперативника? Не открывать, окей, я послушный оперативник. Это как-то скажется на геймплее? Находил Сильвестра? Так, с разбегу ломаться. Ага. То есть, если не жрать, герой сдохнет, окей. Он не может уйти сейчас, сори. Кухонка. Можно побриться? Нет, спасибо, я брился. Кантель. Зак, we found Arnold. Let's get him back to George. А вот YouTube я не выключил. YouTube, слушай мою кашляни. Окей, Арнольд есть. Ну, я уже взял Арнольда. А что такое Сильвестр? А как мне? Окей, он сам. Ключ с серой белкой. Окей. Белки ничем, чем кажутся. О, что это такое? Сэндвич с индейкой, yes. Какой-то стрёмный сэндвич, я бы такой есть не стал. Ууу, экстра бонус, слушайте. Тут есть карточки, слушайте. Ну, у нас просто суббота карточная. Нам нужна игра на субботу следующую, вообще, с карточками. Вторая гантель есть, один потерялся. А, ну... Вот, Соня, ты что-то ошибаешься, потому что я не находил гантелю. Подождите, вам не тихо? Нет, подождите, я сделаю погромче, хорошо? Потому что мне тихо. Так. Автосохранение выключено. Мне стоит его выключить? Агент Морган, вы что-то хотели? А, да? Джордж, I found Arnold. Really? He was a bit hard-headed. But I got him to come back. Huh? Oh. Arnold. Well done, Agent Morgan. Now I can work out using my normal workout menu. Good to hear that. Я буду спрашивать, не буду Here's спрашивать. A little something to show you my appreciation. Только штаны не снимай, пожалуйста. Мне очень пугает черный экран, меня сверкило пугает. А, Арнольд и Сильвестр, карточка. So that makes us even. Ачивка будет, you anything, and you don't owe me anything. Вау, вообще капец. No changes to how we work together. Just bear that in mind. Zach, he needs some friends who aren't so dumb. Да, все, слушайте, выполняемся. Вот все. Короче говоря, все квесты. Где дают ачивку, мы выполняем с вами. Все официально. Потому что круче это... Вот что ты встал? Вот просто ответь мне, что ты встал прямо передо мной? А может, я могу что-нибудь у него взять? Нет. Мне не нравится то, что камера сама центрируется.
Блин, я опять забыл. Кстати, я что-то не вижу изменений на пиджаке. За каждый... Твою мать, вы все меня пугаете? Ты сказал Макс Куру, что это не хоррор, они все меня пугают. Я нелегко ведусь на ачивки. Между прочим, ачивки это наше все. Если ты против, то, в общем, вот, уйди. Дашь мне оружие потрогать? Чемодан. О. Идеально подходит для сверхурочки. Выглядит совсем как новый, никаких проблем. О, да. А зачем, допустим, бриться? А зачем бриться? Зачем менять одежду? Зачем чистить одежду? Ключ. Злинохвост. Мы сейчас их обвинять будем, что ли? То есть вот 80-й левел вас не устраивает, ну нужно 100-й левел. Окей, все понятно с вами. Так. Вы же понимаете, что я буду в каждый угол тыкаться теперь? Во всех помещениях. Я надеюсь, тот про персонажа сказал, да? Между прочим, когда я не бреюсь, у меня нету мух в волосах. Оно как бы не так работает. Колдовая кратно прибрана. Без сомнения, это тоже слуга Томаса. Кто бы ни стала его женой, она совершенно обленится. А, я подумал, что мне надо ключ какой-то применить, ну ладно. Томас... Агент Хёрф, вы нашли ключ? You found the key. I think so. Is this it? Куда убирать себя? This isn't the right key holder. This is a Siberian flying squirrel. It's closer to a land-based squirrel. The Siberian flying squirrel is larger than the southern flying squirrel, and has a standing tail, while the southern has a hanging tail. But we're looking for a southern flying squirrel right now. You sure do know a lot about squirrels. Я хз, что здесь происходит. Пойду-ка я выйду, еще все остальное смотрю. Ух ты, тюряга. Все ключи, чтобы я узнал больше о белках? No way. А, я подумал, что можно пострелять ключ с полосатой белкой. Могу пострелять? Ща. Размечтался, потом, наверное, можно будет. Стопудово. Вряд ли человек как-то связан с расследованием. Рабочий стол начальника тюрьмы, он им хоть пользуется? Не похоже. Он серьезно? Он здесь работает? Поспи! Здесь можно поспать, окей. Я не буду входить в каждую, естественно, я сейчас посмотрю. Эй,
Не хочешь поговорить? То есть... Я вроде врывался. Ну, бывает! Черт, я не знал. Окей, я пойду постреляю, вдруг что-нибудь будет. Как все сложно. Как здесь сложно стрелять, вы бы знали. Тут вообще ничего не остается. Ладно, понял. Ну я поугрожал ему оружием, какая разница. Стоять. А как же? Целая медаль, обалдеть. Короче говоря, хз. Ему на полосатую, да? Стрелочка. Не, спасибо, я что-то не хочу как-то на стрелочках. Чё ему на полосатую? You found the key. Речь 4. Right, я тоже. Ха. Нет, с мышкой, но это было ужасно. Лучше бы на стрелочках проходил. You found a Siberian chipmunk this time, have you? Sorry, wrong key. A Siberian chipmunk? This species lives in northern Japan on the island of Hokkaido. They're actually quite a popular pet. So it isn't even a squirrel? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Сири! Что с тобой? Зачем мне столько знать о белках? Может, у него какой-то фетиш на белок? Или просто ему очень нравится белок? Может, он изучал белок? You found the key. Хочешь, чтобы все изучали so. Белки? Изучали белок. Ну, я все обошел, я все нашел, что можно. То есть... This is a sugar glider. Sorry, wrong key. The sugar glider is a small gliding possum. It has shorter hair and a longer... Column-like tail. You can really see its muscle definition on this image, can't you? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Zach, can you tell these things apart? You found the key. Is this the one you were looking for? А как поесть в участке? Я что-то хз. Макскур, как поесть в участке? This is a gray squirrel. Ты сказал, но что-то я. Sorry, that's not the key. Жопа с ручкой, что я зачем пропустил? Nothing special about the gray squirrel, I'm afraid. You can find them in the U.S., Canada, and in England too. A gray squirrel. What was I thinking? But we're looking for a southern flying squirrel right now. Американская белка летяга, окей. Позже. Может здесь? Нет. Ну пойду вообще камеры зайду. Это единственное место, где я не был. Я вроде все обошел. Рили? Почему я сюда не посмотрел? Рили? 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 Я такой, ну окей, зашел в две и не зашел в нужную. Окей? Окей, босс. Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Я молодец. Капец.
Постоять у архивов. Окей, я понял. Я не могу оказаться в двух местах одновременно. Ну, наверное, здесь что-то лежит в другом архиве, да? Да? Но здесь нет. What the fuck? Ну здесь ничего нету, я ничего не могу тыкнуть. Nope. Ничего нет. Сейчас подумаем, куда я могу убрать вебку. Так. Вот так достаточно? А, точно, там же буквы. Сейчас, подождите. Сейчас, подождите, я посмотрю конкретно, что там где. Так. Вот эти буквы он закрывает, да? Когда еще ниже спущу. Ну вот сейчас должно быть норм. И стрелочка вниз так показывает его убить. Нычка есть. Ну, нету нычки на этот раз. You found the key. That's the right one? Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. Я много знаю о белках. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. Well, Zach, we just got here, and we've cracked a big case already. А как? Ладно, потом спрошу. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. Так не делается вообще-то. Folk, huh? No. No, I take that back. All of them can't be as bad as him. And some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. I've never tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually... I... well... Выходи за меня! I baked them myself. Mm, that's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small-town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Здесь столько отсылок к Твин Пиксу, вы бы знали. Это что, я главу прошел? Окей. Нет, я не главу прошел, скорее всего. Или прошел? Уф.
всю задолженную заработку. Вот столько бы мне прислал YouTube хотя бы раз в месяц. С Максом Форвелл я говорил, что Томас списан с той блондинки на ресепшене, а Макс что с того полиси? Ну, на блондинку на ресепшене он не похож. На полицейского больше. Мне интересно, кто тут будет... Чингачкуком. Короче говоря, если я включу автосохранение в настройках, то вот меня не будут спрашивать, сохранить или нет. Не знаю, зачем. Ну, ладно. Зачем меня не спрашивать? Загрузки просто потрясающие. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Zach. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Вы меня обманываете, по-любому. Just one thing, Agent Morgan. Блин, да дайте уже сказать про то, что я хотел сказать. That means you don't have to learn your way around town. George, we better get moving. The hospital closes at 2100. Вот отчет о вскрытии, эпизод 3. Вы меня обманываете! Тут всего 50. Всего 60 ачивментов, а дел 50. Не может быть, что сюжетных ачивок всего 10. Agent Morgan, get us there quickly. But drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Так. Я забыл немножко управление. Как переключить вид машины? Кто-нибудь напомните, пожалуйста. Наверное, я еще мог поесть? Ну, ладно. Как же сложно ей управлять. С. Окей. Что-то я как-то не догадался сам. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely flying all over the country alone? I must say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women. You might be surprised to hear. That's because you're young. You wow, notice things смотрите. Like that at my age. You have to treat women carefully. Like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? Ooh, George, карта. Is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a... Ограничение скорости как-то можно рубить, как в мафии? Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away. And nobody will notice it in a week. A week? Так, мне нужна карта. Что-то я хз где. Ну, вот сюда, сюда, сюда. Так, я что-то потерялся. Окей, я правильно еду. Ограничение скорости задна машиной. Окей, так, назад-то как R. Меня Томас покормил. Ну все равно пожрать-то еще раз на халяву. Что, какая разница?
Ой, там есть гонки, надо на гонках покатать. Чё? А как тут мысли свои говорить? РТ. Так, стоять. Он по этой дороге надо. Е, когда никого в машине, окей. Обычно все так и делают. Там радио слушают. Почему здесь нету радио? Надо было радио замутить, оплатить там до хера денег. Заплатить всяческим дебильным компаниям, лейблам. Да не, попросать. Бывает. Не туда поехал, да? What the fuck? Yeah. А, нет. Нет, все верно. Чем нужен Better TTV? Ну поставь, узнаешь. А то куда мне игра? А, туда нельзя. Да, окей. Я туда можно, но там поворот назад. Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. He's right, Agent York. You still don't know your way around. Concentrate on driving us to the hospital. Почему трафика нету? Он не продуман, да, вообще? А это что за херня? Тут рыбачить можно? Отлично. Вот все, что мы будем делать, это рыбачить в этой игре. Еще и заправляться надо будет. Дождь на улице, все... Вот, короче говоря, описание Лондона. Дождь на улице, все спят. Отлично. Зачем нужна тогда Англия? Хз. А, простите, да. Я что-то забыл, что я не один играю. That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for a town-wide food poisoning? No, no. It's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. That's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. Почему он накидки, а они нет? А, мол, ФБР накидка, мол... Или мокните под дождем, а я тут постою. Или это просто накидка... А, я подумал, у меня зависло все. Hello, Sheriff. Да! О, вот... О, боже! Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson... Меня музыка отвлекает. A computer room? Hospital? Nice to meet you, Mr. Убийца садовник дворецкий, вы оба ошиблись. The computer room is where our employees share a computer. Он мультирабочий. Nice to meet you too. Мультиработник. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI?
easy. None of the police in this town wear cologne. От всех воняет. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? Дом лжеца? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the US, a small traditional North American town close to the Canadian border. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And it brings grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes? Вообще, короче говоря, не стесняйся. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Боже мой. Чё вам не нравится? Я вот разнорабочий и мультитаскинг вместе сместил и слепил, и получился мультирабочий. Чё вам не нравится? Так, окей. Надо сохраниться, наверное, да? Доктор Джонсон должен быть в компьютерном зале. О, у них, видите, у них разный это, тон трещания. Почему? В чем дело? Окей. Так, это выход. Пойду-ка я обойду здесь все. Мало ли, может, что найдется. Вломлюсь сейчас в операционную, он такой, о, простите. У вас скальпеля нету, занять. До завтра. Они вне подозрений, пошли, Зак. Видимо, на каких написано вот не входить. Зайти нельзя. Не входить, отлично. Никуда не входи. We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zack, let's take him up on his challenge. You can do this, right? Король минует ладью и встречает слона. Конь съедает пешку у ферзя. Но здесь же все одинаковые. Король минует и встречает слона. Как я могу встретить слона здесь? Окей, допустим. Стоять! Король минует ладью и встречает слоня. Ладью встречает слона. Конь съедает пешку у ферзя. Я-то подумал, что надо как-то переставить что-то, а тут просто в нужном порядке поставить. The doctor awaits below with the deceased. В нужном порядке поставить фигуры. But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna.
Below being underground, I take it. Тут расизм в правом нижнем углу экрана. Я помолчу. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Ключ карта от подвала. Фак, я забыл бежать. Так, я же никуда не могу войти здесь. О, могу. Во-первых, MRI. Окей. Магнитно-резонансная терапия ведь это, да? Может, помещение занято, нам не стоит бежать. Вы извините. Я тут забежал просто побегать. Так, здесь вроде ничего нету. Никаких медалек, ничего. Окей. Так, здесь я вроде все прочекал, да? Чек, чек, чек the sound. Чек the corridor, чек the hall. Это что такое? Обед должен прекратиться, но сохранится облачность. Окей. Капец мне... Да вот, знаете, я столько раз погоду проверяю в день. И курс доллара, что мне за это не платят. Магнитно-резонансная томография. Упс. Ну, я как бы... МРТ. МРТ, да, я в курсе. МРТ, но как бы терапия или там... Ну, да, терапия. Какая в жопу терапия? Да, окей. Ну, вот видите, вы поправляете меня, делаете прохождение лучше. А то я сказал там, из чего делается сраные люки. Ну, блин. Чугун. Я могу оружие взять, отлично. Чугун самый тяжелый. Окей. А, окей. Не хочет туда идти. Между прочим, у нас биологи-медики в чате есть. Не должны меня... Так, я что-то заблудился немножко. Окей. Да ладно, чё, не вылетит, я уверен. У меня божественное все. И если у кого-то все лагает, у меня обязательно не лагает. Я гарантирую это 100%. Прям вот 1000000%. Гоулюки сзади, окей. Только если все будут в костюмах антирадиационных, противорадиационных, антирадина, если все нажрутся. В костюмах защиты. В защитных костюмах. Которые тебя защищают, костюмы. Щада. О, морг, нормально. Заберем труп себе домой. Полки для хранения тела. Я не полезу внутрь без необходимости. Ну я сохраню. Ну блин, я не полтора часа играю, стрим всего идет 1:10. Вот, сохранение здесь есть, здесь все, все отлично. Купить что-нибудь. Вообще охерели. Такие цены, такие цены. Такие цели в таких ценах. Доллар за звонок, я сохраняться не буду. Джу стайл. Комбинезонах си. Ева, лучше комбинезоны. Биологи и медики разные люди, но они знают, как тело гниет. А, you made it. Let's get started, shall we? Аша, это начало карьеры Ашера. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usher Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Он бы вообще прям в нос сзади подсунул этот значок. Very well, Agent York.
Are you a forensic practitioner? Прекрасно, я закрываю сейчас Йорка своей вебкой. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Капец, well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. Ты бы накрыл хоть чем-нибудь? Как бы, как люди это делают, знаешь, накрывают, только ноги торчат. We need those autopsy results. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. What the fuck? From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Спокойной ночи, малыши, еще не закончились. Wounds, pressure marks around the neck and a long cut running from chest to abdomen. Между прочим, blood так marks on не her течет right hand косметика. Tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. No shit! То, что можно понять за 5 минут! Which means... She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. Wow, это вот он сразу понял. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that, or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. Профилирование. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening. Сделал парикмахера, профилирование. Вроде как, или что-то похожее. Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What the fuck? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these.
Следы испарившейся жидкости вокруг глаз. Она должна быть плакала перед смертью. Должна быть плакала перед смертью. Язык отрезан, остался лишь обрубок. Прекрасные светлые волосы, чарующие даже после смерти. На пальцах аккуратно наклеены накладные ногти. Тело Анны лежит на столе. Вау! Ой, господи, ноги-то какие! Как и прежний намёк на улыбку, впрочем, незачем просто приставать к Джорджу. На вид его возраст не определишь, но вряд ли он слишком стар. Похож на врача, заслуживающего доверия. Лучше не смотреть на неё слишком пристально. Господи, а ноги нормальные можно было сделать? Чё ещё пропустил? Судя по всему, она что-то держала в руке, но потом, 6 часов спустя после смерти, предмет забрали. Предмет был круглым с выпуклостью в виде символа мира. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining. But you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There is one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Usha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate, yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. Арнольдом. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. Ah, the perpetrator bit off Anna's tongue. Да. You never get a dental print from что-то я как-то резко захотел стать асексуалом. But this is still a big lead. Тоже отсылка к Twin Peaks, вот там под ногтями у Лоры Палмер находили буквы. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. Фига себе. А, то есть 3 трупа будет? There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh?
Там фигуры были одного цвета, там в принципе партия не могла как бы случиться. My first victory in the Grandmaster ranking. А, он как бы, понятно. А, он играл с компьютером, окей. В этом смысле. Я думал, что он про загадку говорит.